Ну что ж, друзья, всем привет! Я вас всех приветствую на своем канале. Это очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Вот сегодня ко мне приехала вот такая вот посылочка. Это у нас обложка на документы на авто, то есть водительское удостоверение, страховка и так далее. Вот, и самое интересное, это, как обычно, статусы обновления. Вот, сейчас вы можете видеть, да, на своих экранах, то, что посылка ко мне приехала за 13 дней. Но, можете увидеть, да, всего один статус. То есть, ну, здесь я не показал, правда, да, там было написано «Латвия». Вот, ну, сами видите, да, 26 ноября и ожидает адресата вместо вручения. Все. То есть, блять, это все. В общем, это с этим завязываем, короче. Статусы катятся просто в какое-то, не знаю, днище, самое глубокое, которое только может быть. Вот, давайте, короче, вскроем посылку, посмотрим ее целостность, да. Ну, визуально, если посмотреть, да, то с ней, в принципе, все нормально. То есть, упаковано добротно. Вот, можете сейчас видеть, короче говоря, все надписи, да. Новокузнецк, мое имя, ну, короче, все как обычно. Заказывал я, получается, обложку черного цвета. Вот. Сейчас мы посмотрим по факту. Да? Черного цвета. Отлично. Вот. И, наверное, сделаем еще, наверное, с вами замеры. Вот. То есть мне интересно по факту, какая она будет в размерах. Так, это снимаем. Вот, видим, да? А то. А то. Вот она черненькая. Тут у нас вот такие вставки, да? Чтобы у нас ничего не заморалось. Ну да, продумано. Отлично. Так. Вот. Можете посмотреть, да? Вот сюда вот можно, допустим, вот водительское удостоверение запихать. Такое вот. Сюда можно какие-нибудь еще допы запихать. Так, это я не знаю. Тут у нас вроде ничего такое не вставляется. Это просто на защитное. Потому что, видите, да, тут нельзя подлезть никак, ни сбоку, нигде. Вот, дальше вот здесь есть отдельчик. Здесь есть вроде бы. Так, я пролистал. Да, с этой стороны есть. Далее у нас идет еще такая же. С этой стороны опять. Вот, и для листа страховки вот такая вот длинная, большая, объемная. Вот, собственно, да, вот еще есть отделы. Так, мы немножко тут сейчас отомнем ее. Вот здесь есть, да, здесь есть. И три вот таких маленьких отдельчика. Вот, да, раз, два и три. Да, все пролазят. Вот, ну, материал, разумеется, кожзам, скорее всего. Вот, я больше чем уверен. Так, давайте, короче, замерчики сделаем. Короче говоря, продавец заявляет, что размеры таковы 9,5 на 13,8. Так, хорошо. Замеряем. Ну, видим, в принципе, где-то около 13. Вот у нас 13, да? Да, 13,7, 13,8. Отличненько. Вроде как соответствует. Так, 9,5. Да, практически 9,5. Даже, видите, запаса нет ни хрена. Не 9,5. 8,9. Да, где-то так. Но это как бы на самом деле не суть. Дело в том, что данная обложка, да, она для водительских документов, да, так скажем. Поэтому все у нас вставляется сюда по отдельности. То есть водительское удостоверение, да, страховка и так далее. То есть это не обложка, допустим, для паспорта, да, то есть, что вот важно, чтобы вот паспорт идеально входил, да, сюда заходил, сюда, то есть, ровненько, чтобы все было четенько.
Вот, так что это не критично на самом деле. Вот, так что товаром я доволен. Вот, мне все нравится, все прямо идеальненько, красивенько. Я ссылку на продавца, разумеется, оставлю в описании. Вот. Что еще хочу сказать? За 13 дней доехало это, в принципе, нормально. Полмесяца практически. Вот. Единственное, что вот статус, конечно, да, статус это просто полный пиздец на самом деле. Один статус Латвия и пункт выдачи. То есть я даже вот сегодня даже представить не мог, да, что она вот приедет. Вот. Куда хуже, знаете, статус Россия сортировка. Вот я, наверное, в следующем видео, да, скорее всего, покажу. Потому что мне же дальше по ссылке еду, да? Вот. И написано «Сортировка Россия». И, по сути, ни хрена не понятно, где вообще в России она едет. В какой части России. Короче говоря, на этом все. Все разобрали, да? Все вам показал. Если понравилось видео, все знаете, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии, если есть вопросы по данной обложке, хотя какие тут могут быть вопросы, да, все это сами видели, на самом деле, вот. И спасибо за просмотр, всем пока.